Добрый день, друзья. Я сегодня опять вот такую интересную тему, как борьба с излишним весом, да. Я вот рассказывал, да, компании Glorion, да, и излагал там суть того, что за счет сбалансированности аминокислот, витаминов можно действительно достичь существенного снижения веса. Вот, оптимизация питания, ну, такая, как бы, научная пища получается, потому что то, что мы потребляем, продукты, это во многом результат каких-то случайных сочетаний, которые далеко не всегда полезны нашему организму. Вот, и, ну, я хотел бы сегодня остановиться на экономической составляющей, потому что мы часто там говорим о медицинских вещах, но это же стоит денег, а денег не у всех есть. И иногда у довольно гнусненьких людей деньги есть, а у нормальных людей денег нету. Ну вот особенно у нас, как бы, может быть, такие вещи есть и в других странах. Я считаю, это несправедливо, поэтому я остановлюсь немножко на экономической составляющей, почему я вот вообще и коснулся вот этого вопроса. Вот поскольку я как юрист общаюсь, ну вот с людьми, которые там процессы по трудовым спорам, я вот сейчас вижу, знаете, такой момент, что вот эта политика международного валютного фонда по разорению, так сказать, людей, как бы, среднего и пожилого возраста, она, как бы, продолжается, она, как бы, проводится втихушку, все это давится, то есть людей с возрастом стараются как-то выдавливать, увольнять, не принимать на работу. Но я раскрою секрет вообще этой политики Международного валютного фонда. Он такой, что если ваша мама, папа умрут с голоду, ну или там недостатка лекарства, соответственно, им не надо будет платить пенсию. И это очень хорошо для, так сказать, во всех смыслах, и геополитических для Международного валютного фонда, для экономических. Ну, я вот сейчас, никто не говорит о сути их политики, а я прям скажу. Вот, я хочу почему сказать одну, вот одну из причин вот в России, почему вот, и как бы, прежде чем вот причин говорить, я вот сейчас скажу, что по результатам статистики. Вообще людей пожилого возраста вот у нас, несмотря там все болтологию, там телевизор, там все, ждет разорение. Ну, наверное, 90%, то есть расходы будут возрастать по прогрессии, то есть здоровье требует сейчас денег. Вот то, что там обещалось коммунистами, что будет бесплатное там какое-то якобы, оно и никогда не было бесплатно. Но сейчас они вообще, они берут Запада то, что им сейчас выгодно, то, что хорошие зарплаты там не берут. Вот платное лечение они берут, хотя во многих рыночных странах и великолепное бесплатное медицина, например, той же Германии. Вот. Ну, это им не надо, вот надо вот это. И поэтому ситуация такая, что встает вопрос, а где вот людям пожилым и вообще какого-то, а может быть даже и молодого возраста часто тоже нуждаются люди, где как бы эти деньги. Вот мне нравится, что Glorion совершенно не такая политика. Я там познакомился, у меня там доверитель работал, и посмотрел, что да, там я просто вижу эту ситуацию изнутри, там даже работают немало пожилых людей, и у многих получается, в общем-то,
у людей с какой-то активной жизненной позицией, как зарабатывать очень даже неплохие деньги. Вот. Я вообще считаю, что, понимаете, вот одной из причин, что вот эта вот зюгановщина, она все камнем лежит на наших русских мозгах, понимаете, потому что за эти 100 лет они пропилили все мозги, разложили, вот как бы обанкротили, не знаю, у некоторых вообще мозги превратились в слякоть, понимаете, из-за этого вот всего. Вот, и что невозможно там с ними ни о чем говорить, вот, поэтому, а у нас уже были люди очень активные, очень вот еще и при царе батюшке, которые с телеги начинали торговать, а кончали фабриками, заводами, пароходами, становились супермагнатами при всех каких-то трудностях, которые, да, действительно они были. Не будем это отрицать, вот, но как бы вот, ну, вот в нынешних условиях как бы начать свой бизнес, я, конечно, очень уважаю тех людей, которые вот наших труднейших искусственно, вот когда коммунисты понаставили массу барьеров и трудно как бы вот развернуться и как бы несравнимо трудно, чем в США или в Европе, это совершенно очевидно, вот, где, как, где, конечно, нету таких препонов этих колхозных, коммунистических, где вот это, нету этой думы коммунистической, которая понавыдумывает там вот этих всех каких-то вот барьеров, вот, а в то же время вот поэтому трудно свой бизнес, да, но если один из таких вариантов, даже для тех, кто мечтает свой бизнес, сначала встроиться в чужой бизнес, заработать деньги, да, потом, может быть, вы и остаетесь и в этом бизнесе, но с этих денег вы можете даже какой-то и свой построить бизнес. Может, вам понравится существовать строго во встроенном бизнесе. Вот, это ваше как бы пожелание. Важно, что надо пробовать, надо как бы вот. Поэтому я немножечко остановлюсь на Glarion. Ну, у них вот как вот существует такая опробованная система, называется она «Быстрый старт». И я сейчас немножко, она достаточно сложна, я потом, может быть, более подробно ее изложу. Вот. Ну, в сущности, вот она заключается в следующем. Ну, естественно, поскольку связано со строительством как бы вашего какого-то отдела, вашего какого-то, ну, коллектива, да, вы формируете поколение своих помощников, да, там они называются инструктор, там профи-инструктор, ну, я сейчас не про формальные названия, вот, первое поколение, если вам удастся, ну, где-то человек 5 сформировать активно работающих людей, ну, это не 50, не 100, наверное, это все-таки достижимо, да, вот, для многих, ну, по крайней мере, практика показала, вот, и вот, программа рассчитана на 3-4 месяца, да? Ну вот, если первый месяц предположительно, что вы получите из этих объемов 6000, да? Вот. Второй как бы месяц вы уже вот ваши сформировавшиеся помощники 5, ну, допустим, они тоже начинают активно работать, начинают активно формировать свою структуру. И вот 3 из них становятся тоже инструкторами, они как бы
тоже находит где-то, ну, допустим, какое-то среднее количество, допустим, 5 своих помощников, да, вот. Короче говоря, вот благодаря этому объем ваших продаж растет, я потом остановлюсь. Я сейчас общую схему буквально, вот, и вы выходите на объем где-то 14 тысяч дохода, да, вот. И, значит, третий месяц уже как бы инструкторы, вы как бы, ну, в то же время вам никто не мешает расширять свою сеть, найти, может быть, из 5 ваших инструкторов сделать там 6-го и так далее, да. То есть там система предусматривающая, что вы дважды достигаете такого, у них условного уровень называется профи инструкторов, вот. И короче, вот, и вы уже достигаете, вот, при создании уже третьей работающей поколения ваших сотрудников, да, 20 тысяч, и вот если это все, вам выдается премия еще 50 тысяч вот для, за достижение вот таких, ну, как бы, неплохих результатов, вот. И таким образом, сложив вот все эти цифры, у вас где-то получается где-то около 115 тысяч. То есть за 3-4 месяца это неплохо. Ну, как бы вот эти вещи как бы достижимые. Вот, я более, вот, посмотрите, там я оставлю ссылки внизу. Я потом, сейчас я немножко, ну, тороплюсь, немножко вот это все сокращаю, так вот, как бы пытаюсь изложить сжато довольно такую, ну, непростую, как бы, систему финансирования, да, систему выплат, премий и так далее, вот. Ну, может быть, все-таки, чтобы сжато вас, все-таки все упирается не в, как бы, не в бухгалтерию, а в то умение работать ваше с людьми. И кроме того, я думаю, что я смогу вам подсказать, как увеличить эффективность даже в этой существующей системе. У меня есть мысли, я работал в бизнесе довольно, хотя и, в общем-то, не очень любил это дело, но у меня всегда это хорошо получалось, поскольку если все ко всему подходить с прилежанием и со здравым смыслом, то оно и получится, потому что это не космические корабли строить. Вот, поэтому как бы вот в описании я приложу ссылочки. Ну, вот если кто там заинтересуется, опять-таки, там есть ссылки на регистрацию, то есть это зашел, зарегистрировался, и как бы уже можешь, и в принципе никто не мешает через 5 минут, учитывая, что есть правила доставки, да, кому-то что-то продать, с кем-то что-то, вот эта демократичность системы, что без всякой вот тягомотины человек зарегистрировался, все, он устроился, все, он уже действует. Вот это мне нравится в этой компании, как бы, вот, поэтому
будем и дальше думать, как эффективность, давайте все это коммунистическое и колхозное отложим в сторону, давайте будем вместе включим мозги, и как экономику России вот надо пододвинуть, как двинуть вперед. Мне нравится также, вот смотрите, какое... Какие моменты я хочу обратить на ваше внимание, да? Вот вы где-то работаете, вы можете сказать, я где-то там получаю больше даже, вот это все так, но вся ситуация, пока вы работаете, да, пока вот вы катите этот каток, он катится. Как только вы ослабили нажим на этот каток, он еще на вас покатится. То есть сразу доход прекращается. Здесь как бы не то, что даже вы какую-то зарплату, вы как бы ну немножко даже свой бизнес строите. Вот. И учитывая, что все-таки компания она существует 16 лет, и это некоторый хороший срок, стабильны, поэтому будем надеяться, что и дальше так все хорошо и пойдет. Вот. То есть, вот, ну, это так называемый пассивный доход, причем плюсы такие, что ну, вы можете взяли ноутбук, вы можете и где-нибудь на берегу озера, да, осуществлять работу, на берегу моря. Можете даже поехать в отпуск, можете в дороге где-то что-то как-то двигать. Почему нет? Как бы вот. Я как бы, ну, мне нравится, что здесь демократичность подхода Глорион, да, вот к вот этим вопросам, что как бы нету такого, знаете, вот что-то тебя сами выбираете график своей работы, сами где работать, как работать. То есть, ну, компания развязывает вам многом руки. Вот. И, ну, еще поговорим на эту тему, как увеличить эффективность вот этих вещей, то есть отдачи, да, от каких-то таких шагов, да, которые... Как, ну, грубо говоря, заработать побольше, мы еще поговорим. Вот. Ну и смотрите, там ссылочки внизу. Ну, если я кому-то смог помочь, то очень буду рад. Вот. Также делитесь и своими какими-то мыслями. Вот я там говорил про консалтинг, да, про взаимоподдержку, там, вот если мои посмотрите, там, вот я как бы пытаюсь вот все это вот сейчас реализовать, вот, поскольку это надо во многих направлениях действовать, и действовать надо, понимаете, не количеством, вот работать, как коммунисты говорят, работай в колхозе с утра до ночи, как этот Проханов там учит. Нет, надо брать нашей русской какой-то сообразительностью, вот этими вот вещами, нестандартным креативностью мышления, нестандартным находить решение, то есть творчески подходить к этому вопросу. Ну ладно, всего доброго. Буду рад слышать ваши мысли, соображения, вот, предложения. Народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв.